тарам, тарам там тарам, тарам там тарам, тарам там тарам, тарам 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 тарам, тарам там тарам, тарам там тарам, тарам там тарам, тарам тарам тарам, тарам, тарам там тарам, тарам там тарам. Темка такая, приходит мне повестка. Дескать, в армию пора, возраст, а не детский. Я, конечно, дерзкий, но тут закрутилась канитель. На выбор армейка, либо сесть лет на 7. В военкомате пати хожу по докторам. 60 кг и до зуха пару грамм. Ухо, горло, нос, проверка зрения. Хирург, рост, психика, замеры давления. Комиссар поставил печать, все по правилам. Я идеальный кандидат для службы в армии. В коридорах доходяги, с мамками на нервозе. Но нога на нас покойнике, ну а хули лозит. Дома ебать радость, ну наконец-то, слава богу. Поживем спокойно целых 2 года. Устроили проводы по-настоящему народные. Море пойло плюс, кайфы природные. Короче, гуляния в русском стиле. Пили, курили, потом медленные мутили. Винтили руки, били сапогами в лица. Стремное утро, похмели в милиции. Вокзал, перрон, вагон, стучат колеса. Подо мной на полке храпит пьяный поца боссаны. Кто-то напевает шансон в полголоса. Чешу лысую голову, вспоминаю волосы. Да я не напряг, любую тему осилю. И поэтому служу России. Я не виноват, вы меня сами попросили. И поэтому служу России. Я против мусоров и всякой там педерастии. И поэтому служу России. Красный, белый, синий. Да я в любом состоянии готов служить России. Настроение в формате жесткого похмелья. Вояки-звери затеяли построение. По машинам 2 часа, жесткое яйца тряски. Вокруг коллектив непонятные масти. Добрались до части, опять построение. Строй смирно, равнение! Жирный полковник, набрав кислороду, пихнул молодым дремотную патриотическую блевоту. Я промотаю пленку, ничего интересного. Присяга, пиздюли, тема всем известная. Мне повезло, попал служить в часть по снабжению. Смекнул мигом, здесь я наведу движение. Ровный пацанчик нигде не пропадет. Дёг дёгтям, но я привык мутить мед. На месте нашлись 2 земляка, старослужащие. В вопросах мутных родственные души. Сперва навели бартер с дизельным топливом. На поднятые устроили пиздатая пати в коптерке. Потом с пищевого склада подрезали масло. Взяли в доляшку прапорщика Кудасова. За забором сформировалась нехуёвая сеть. Все что угодно, братка, в 5 сек. Замаячил на горизонте неслабый Герыч. Дело пошло веселее. Так точно! На медленном подвис весь батальон. Гоним по венкам афганский бульон. Доза росла, увеличивались хищения. Наш батальон присыпает на построении. Все идет с молотка, когда кумарит армия. Продукты, матрасы, обмундирование. Потарчивает вся часть, часть на супердозе. Молодые по-легкому, деды в коматозе. Передоз у капитана Сунина от жадности. Откачали, этот Вася нам еще понадобится. На сделку с коллективом не шел прапорщик Банин. Угрожал нам, пугал нас гауптвахтой. Но мы это знали.